Производители встроили вирусы в собственные смартфоны. Специалисты антивирусной компании Dr. Web нашли в 45 моделях смартфонов встроенные на этапе производства вирусы. Об этом гендиректор лаборатории Борис Шаров рассказал в интервью РИА Новости. По словам эксперта, первыми о вредоносном посообщили владельцы китайских смартфонов, которые использовали фирменные антивирусные приложения компании. Специалисты проанализировали отчеты и выяснили, что найденные понаходятся в системной области, куда никакой вирус не может попасть извне, а может быть только заложен на этапе производства. В результате исследователи пришли к выводу, что подобное ПО установлено в 45 моделях современных смартфонов, причем все зараженные устройства были произведены китайскими компаниями. В списке значатся девайсы Liagoa, Daogi, Umi, Haier, Sher и другие бюджетные телефоны. Шаров отметил, что найденное помогло также устанавливать на смартфоны любые вредоносные программы, включая шпионские. По его словам, существует длинный список серверов, куда автоматически могли пересылаться данные с устройств. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.